Сотрудник компании «Т-плюс» и отец четверых детей Евгений Елисеев делится. Часто проводит с семьей выходные на пляже в Гранном или неподалеку на Косе. Весь мусор после отдыха Елисеева вывозят в город. Чего не скажешь о некоторых других отдыхающих. В результате в конце сезона берег превращается в свалку. Поэтому Евгений с энтузиазмом принял участие в уборке прибрежной полосы, организованной компанией «Т-плюс». Мы хотим сохранить эту природу, которая нам была дарована, в чистоте, в опрятности. И чтобы наши дети, наши внуки могли пользоваться этими дарами природы, отдыхать, получать удовольствие, здоровье от этой природы. Сотрудница Новогуйбышевской ТЭЦ-1 Мария Батарина приезжает на берег Волги даже вечерами после работы вместе с любимой собакой по кличке Пират. Не говоря уже о выходных. Говорит, в начале купального сезона особенно важно привести берег в порядок, чтобы мусор не попал в реку. Это наше залюбленное место нашего города, то есть мы все сюда приедем отдыхать, то есть Гранный – это наш пляж, то есть когда нам сказали, что нужно убраться, мы, естественно, согласились и только вот приехали, вот убираемся. В целом день Волги прошел в 12 городах Т-плюс, расположенных на берегах Великой реки. Акция является частью ESG повестки энергокомпании, предусматривающей бережное отношение к экологии. Виктория Шара, Константин Головин. События.